Доброе утро, ребята! Всем привет! Сегодня мы идем в море. Да, так что мы собрали все вещи. Вот, сумочка с полотенцами, со средствами, с панамой, очками. Я сразу еду в купальнике. Вот, Ваня делает кофе. Мы вроде проснулись пораньше, но все равно... Что-то как-то мы поздновато выезжаем. И Бусяша. Буся! Ты нас провожаешь? Провожаешь, да? Ну, пока-пока. Ду. Мяу. Мяу. Ой, самый крутой момент выхода из порта мне всегда нравится. Класс. Постелила? Да, прям в носике. Это классно. Все Итак, ребята, это была потрясающая прогулка. Ой. Мы вышли в море, волн не было. Мы прям рано утром приехали, где-то без 10:09 мы уже были на лодке. Вышли в море, поплыли в Бланес. Там есть очень красивая бухта. И наверху, на скале, там как раз ботанический сад. Мы туда уже с вами ездили. Там очень красивая беседка такая. И оттуда все фоткаются. Вот. И мы там остановились, бросили якорь. И моей подруге приготовили такой вкусный перекус, да, фуршет, пика-пика по-испански. Фрукты, красная икра, хлебушек, хамон, сыр, какие-то мини-круассанчики. В общем, было кайфово. Мы включили музыку, танцевали, прыгали, купались. Единственное, что в какой-то момент начало много приплывать медуз. Вот такие медузы, вот такие очень красивые. Вот, но мы как бы дежурили, да? То есть мы все вместе не купались. Какая-то часть купается, один смотрит, то не приближаются ли медузы, потому что они жалят. Ничего приятного в этом нет. И мы не знаем, какие из них ядовитые, какие нет. Поэтому обязательно смотрели, чтобы вокруг нас там, ну, к нам не приближались медузы, чтобы просто не задеть рукой, ногой, чтобы нас не ужалили. Вот. И вообще из погоды нам повезло. Ветер чуть-чуть поднялся, были волны, но не сильные. Нас никого не укачало, даже не пришлось пить таблеток. Вот, и да, мы и я, кстати, немножко сгорела, при том, что вот у меня вот здесь вот эта часть, вот эта, чуть-чуть подгорела, при том, что я все намазала, все это, но я еще одела такой купальник, у меня трусы прям высокие были, если бы были вот обычные трусы, то у меня животик бы мой тоже сгорел, вот, но не печет, просто я когда переоделась, увидела, что красно. В общем, было классно. Я очень люблю морские прогулки. Меня очень это вдохновляет. Это, знаете, возможность посмотреть на то место, где ты живешь, со стороны. То есть со стороны моря. Я смотрю на наш район. Мы тут плавали у нас. Сан-Пол наш проезжали, проплывали, проходили. И так красиво. И вот приходит вот это вот осознание, какая красота, в каком мы красивом месте живем. Просто невероятно. И настолько начинаешь ценить, да, вот ценишь. Потому что когда внутри живешь, оно все размылено так. Глаз уже такой, знаете, ну, на какие-то вещи просто не обращаешь внимания. Но как хорошо посмотреть вот так вот. С высоты, с высока, с моря. В общем, было очень-очень вкусно.
coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away to some other place. Don't wanna wait. Oh, my Indian summer. Take me away. I ain't afraid calling your name. Oh, my Indian summer. We do our best to hide innocence fading away as we learn the truth, and we'll be anything that we wanna be. Gonna get what's coming anyway. So take me away. Nothing will ever be as real as this. The flames won't burn our skin. We're thick as thieves, and we know what we do. We live on like an echo. Oh, so take me away. В общем, было очень-очень-очень здорово. Вот, а после прогулки мы приплыли обратно в порт и пошли на обед. В порту есть был ресторанчик, мы там пообедали. Вот единственное, что мы не засняли еду. Мы не засняли, что мы ели. В общем, мы морепродукты ели. Ели мидии, ели тартары сальмона. Моя подруга с Ваней, они взяли себе ризотто, кстати, очень вкусное. Потом был суп-пюре с кавой и дыней, и с хамоном. Вот, ну тоже вроде вкусно, но я не пробовала. И потом попили кофе, и все, и усталые поехали домой, и вот мы дома. Почему усталые? Потому что море выматывает. Как ни крути, море выматывает. Оно, конечно, очень вдохновляет, и там расслабляешься, и вообще все супер-пупер, но усталость есть. Но эта усталость настолько приятная, настолько такая, просто мед, такая усталость мед. В общем, я очень-очень рада за то, что мы вот так вот вместе провели время, нафоткались, сделали 150 миллиардов фотографий. Поэтому, да, теперь в инстаграмчике будут фоточки. И плюс, я думаю, тоже поискать какой-нибудь шаблон прикольный в Капкут. И в ТикТоке, естественно, сделать ТикТок. Короче, да, материал есть. Нафоткали, ничего особо не снимали. Но фоткались, и да, и много пели, и много танцевали. В общем, красота! Мне очень понравилось. Прям вообще атмосфера, вайб потрясающий был. Ну а сейчас
Детки уже уложены спать, хоть в камере светло, но на самом деле уже сумерки, у нас уже 10 час, вот, 9 с копейками. Мы сейчас уже будем ужинать. Тёля приготовила ужин, детей мы уложили, вот, и будем смотреть «Алиса в стране чудес». Да, что-то нам с тётёлей очень захотелось посмотреть этот фильм. Вот, и с психологической точки зрения на него немножко посмотреть. Ну, в общем, пойдем. Анюта, ложись в кроватку. Ну, как это оно? Надо ложиться, уже время, спать пора. Как но? Да, все, попила водичку и ложись. Давай, ложись. Не-не-не, уже, смотри, уже время поздно, ночь на улице. Давай, ложись. Но, Сиона. Да какая Сиона? Давай, ложись, серьезно, ложись. Но, Сиона. Серьезно, ложись. Но. Ну как, но? Сиона. Ну что ты ножками топаешь, ложись давай. Почему нельзя? Но. Что такое? Нельзя. Почему нельзя? Но. Ну тогда я пошел, а ты тут оставайся. Но. Да. Не тон сяна. Вы сильно. Все, пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока.